Книга «Открытым оком», том 7, вопрос 1999, тема «Смерть». Я как-то раньше не думала, почему так много на кладбище людей, они как бы что-то ищут. Оказывается, что это не просто прохожие, а православные, при том, кто зачем приходит, кто поминать родных, кто пищу на могилку поставить, кто землю чудотворную взять. Давно ли это увлечение могилами пришло к нам? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. А оно никуда и не уходило. Как справляли тризны скифы, так и осталось до сегодня. Только внешнюю форму изменили немного, а так все и остается. Учат, что соприкосновение с потусторонним миром опасно и притягательное может быть не опасным, когда оно сдобрено проповедью в храме, что участь родных и близких может быть изменена кардинальным образом. Лишь бы деньги жертвовали и выполнили все предписания о мертвых. Писание же учит нас иному. Христос показывает только два варианта. Один путь – православные кладбища, другой – благовестие. Они не пересекаются. Евангелие от Луки 9:60. Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Память Серафима Саровского, 2 января, его житие. Здесь он накрыл ее Петрохилию и тихо произнес молитвы ко Господу и Пресвятой Богородице. Потом напоил больную богоявленскую водою, дал ей частицу антидора и 3 сухарика и сказал: «Каждые сутки принимай по сухарю со святой водою. Да сходи в Дивеево на могилу рабы Божией Агафии. Возьми себе земли и сотвори, сколько можешь, поклонов. Она, Агафия, о тебе сожалеет и желает тебе исцеления». Синокос. Война на поле брани шепчет скороспелые мотивы. Что нас ждет за этой общей гранью? Тлен, небытие, как у скотины. Песни о цветах и о траве, что по пояс нам и полустанку, виденного смысл уразумей. Скошенная мощи и останки, голову под меч косу склони, молча завалились навсегда. Им копна, всеобщая могила, синокос, всеобщая беда. Для духовных, возрожденных свыше, а потусторонним есть о чем помыслить, прозревать, увидеть и услышать, что же там за гранью фактов, чисел. Красота, здоровье скоротечны, от жары глубокие морщины, взмах косы, трава вступила в вечность, от чего-то или без причины. Это разжиревшая осока, первая под выстрел и под нож, поднимала голову высоко, где росла и места не найдешь. Синокос – серьезнейший вопрос. Отравление, голод и война. Для чего родился, жил и рос? Участь разом и для всех одна. Травушка оплакана росою, перепелкам негде нынче спать, христианам молча под косою на допросах в войнах умирать. В житницу у Бога и Иеговы собраны таланты послушания, сеть заброшена, божественное слово, принятое добрыми ушами.